на сцене свое приветствие показывает команда КВН «Русская дорога», город Армавир. Встречайте. А чё вы такие грустные сидите, как будто вы с Армавира приехали? Ну чё, после прошлого нашего фурора, к нам мэр города Армавира подошел, да. Говорит, мужики, а давайте я вам денег дам. Вы себе хоть одежду нормальную купите. Ну, а? Не дал! Ну ничего, 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 я говорю, ничего. Мы этот коллапс как-нибудь переживем, да. Че говоришь, мужик? Че такое, коллапс? Он смотрит еще. Это Тимофей, мужик, давайте я потом объясню, да? Это Тимофей, вы на него внимания не обращайте, он немножко дурачок, да. Вот. Он когда на работу даже устраивался, в анкете, в графе «дети», написал «да». Лёх, я же это, записался в клуб «Интриг». Да ты чё? И чё вы там делаете? Чё вы делаете там? Я говорю, чё вы там делаете? Вот балбес, а! Ой. Забыл, это же Егорыч, да, наш старший братуха, вот такой мужик. Кстати, поздравьте человека. Да, он в театр работать устроился. Грузчиком. Алексей, что за невежество? Театр — это не работа. Театр — это жизнь. Тем более, как говорю Станиславской, вы все, все рабочие сцены. Что вы там делаете? Что мы там делаем? Ну вот, допустим, из последнего. Степаныч, тварь! Держи трюмо! Степаныч на обеде. Слушай, Егорыч, а что такое трюмо? Ой, Алексей, невежда. Трюмо – это от французского трума. О, мужик, трума! Лёх, я ж тебе подарок на день рождения подготовил. Да ты чё, какой? Какой подарок? Вот и балбес, чтоб сгорел ваш этот клуб. О, кстати, это, Олесь Мухин. А, о, бонжорно, прикинь, вспомнил. Бонжорно, бонжорно, пока не забыл. Ну что, посмотрел я тут на досуге вашу передачу эту. Шо, где, когда. Ну что могу сказать? Вообще не смешно. Самое интересное, вы же не пытаетесь смешно ответить. Ну не получается в разминку играть, играйте в другие конкурсы.
не могу поднять ногу. Шучу, шучу. Вот видите, Олесь, это несложно. У нас дядь Пашка, вот такой мужик, да. Этот, участковый наш, да. Всех алкашей пересажал. Теперь один в квартире живет. Юра, выключи музыку. Так, я не понял. Вы что, считаете, что я дурак? Да! Слышь, Юра, я сейчас вернусь. Нет, не смешное лето моему хотению. Так, Юра, пошел вон. Так, Ахламон, на чем я остановился? Пошел вон. Ага. Так, слышишь ты? Ты давай, я, между прочим, по делу вышел. Кто на моем бобике написал слово из трех букв? Государство. Так, я сейчас не про ППС. С другой стороны. А, с другой стороны это народ. У нас же просто демократия. И как бы мнение государства и мнение народа учитывается. Что ж теперь про меня люди скажут, а? А это смотря какой стороной к народу подъедете. Слышь, ты тут, да давай, не шути. А что не шути, это КВН здесь можно. Можно? Слышь, рыжий, у тебя дом сгорел. У вас жена гулящая. Я пошутил. Я понял. Слышь, ты, дебил, ты что смеешься? У тебя это, жена сгорела. Дом гулящий. Юра, сюда иди. Ладно, что это? И мы поедем, да. Да и вы долго не сидите, вот. Кстати, мы же это, чемпионат мира по хоккею-то смотрели, да. Знаете, что понял? Мы с вами, правда, два братских народа. Ну, посудите сами. Вы американцам проиграли? Мы отомстили. Вы шведам проиграли? Мы отомстили. Итог? Россия чемпион мира по хоккею. Короче, я тут знаете, что понял? Пока сборная Белоруссии по футболу не выйдет в чемпионат мира, России там делать нечего. Так что вы давайте, давайте там, тренируйтесь. Потому что у нас в 2018-м с вами одна дорога. Русская дорога. Спасибо. С вами была команда КВН «Русская дорога». Отдохни немного, я русская дорога.